Добро. Всем привет. Открой это, нажми. Да. Далер, ну приветствую на сборах. Как настроение? Как здоровье, самое главное? Добрый день, настроение замечательное, здоровье все в порядке. Рад то, что мы собрались здесь, хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, но я думаю, нам не стоит унывать, двигаться наш. Как это, извините, дела? Пропустил несколько матчей? Да, да, по болезни пропустил несколько матчей, но сейчас себя чувствую замечательно, так что я тренируюсь, играю, все в порядке. Зенит лидирует, как думаешь, удастся удержать преимущество? Посмотрим, сейчас я не хочу ничего загадывать. Хорошо, что есть небольшой отрыв, но впереди еще 8 матчей, все что угодно может случиться. Но мы с оптимизмом смотрим будущее. Баринов. 330. Дочку у них, пожалуйста. Красивочки. Тебя заодно. Привет. Так, ребят, значит, сейчас номера размещайтесь. На третьем этаже у нас там медицина и экипировочный центр. Mm-hmm. То есть туда даже спуститесь и уже это сам там. Конечно. Ресторан здесь. Ну, знаете, были здесь, нет, нет. В этом корпусе? Ну, познакомьтесь. Да. Спасибо. Все, размещайтесь. И там на ПЦР и какие-то. Спасибо. Забрался на третий этаж. Нормально все? Да, да. Забрался. Сразу? Да, нормально. Размещайтесь. Спасибо. Чего вы снимаете? Все правильно. Карандаши кого снимаете? Нормально? Да. Опять ты здесь? Нет. Привет. Андрюш, тебе опять туда у вас какой-то, Андрюш? Да, да. Здравствуйте. Мафия опять здесь. Мафия опять. Много. Честь. Поздний завтрак. Привет. Привет. Размещайся на третий этаж в этом. ПЦР и куда к Здорово, да. Ага. Руни. Здорово. Извини. Да нет, еще. Рад тебя видеть. Взаимно. Добрый день. Вот он, привет. Его лидер. Здорово. Все.
Как? Нормально, вот так. Нормально? Привет, что, нормально? Бьемся. Ну, а что еще остается делать? Ну, хвалю тебя, вообще не отвечаешь. Как? Вот так. 76, облавшировая 9. Знаешь, как грязная игра? А знаешь, что мне нравится? Когда на журе спалят, он заорет на всю поле. И через 30 секунд встает. В каждой игре так. Я не написал, но он написал. Снимите, Георгий, да. Молодых сними там, молодых. Ну, понятно.